Да, твоих... всем привет, ребята. Десятиходовки. Давно не было. Пять. Здесь я всегда так играю. Так. Зачем? Не знаю, мне нравится этот вариант. Почему ты не способен понять, что ты можешь просто взять пешку, даже если ты предлагаешь этот гамбит, соперник не обязан брать на f6, и ты ничего не получаешь в итоге. Ну так я знал, что он возьмет. Так. Все, теперь надо немножко подумать. Хорошо играть против фигуры, а не против соперника. Ну, чаще всего. Почему так пассивно? Почему не на d6? Ничего там не нравилось. Ладно, понятно, что в этой партии сейчас вторые 10 ходов наступят, и белые получат мат. Но я же развиваюсь. Да, только дело, что неправильно, но это не важно. Просто сделай любой нормальный ход, и все будет хорошо. Так, мы поведем. Вот ты очень хорошо занес. Что ты делаешь? Дай мне, я хочу, мы провоцируем уже 4. Мы провоцируем ферзь h5. Ой-ой-ой. Ну это сильно. Но с другой стороны, у нас конь где-то Что ты говорил сегодня с утра? У нас на d3 будет все вообще сильно. Конь d3. Да почему не конь d3-то? Все, твой голос не принимается во внимание. Почему? Стиходовках. Потому что ты играешь куда в 5. Я не видел, На что ферзь. постоянной основе, причем. Ну а как вот ему играть теперь? Да как угодно. Да он загнулся. У меня активность бешеная. У тебя вообще ее нет. У тебя была активность, правда, не отдал коня. Если у кого-то тут есть активность, только у меня. Ну ферзь f6, слон d3, там все угодно. Слон g4, наверное, добивает, да? Нет. Но приличная инициатива. Сейчас тоже съедим. Подумай, подожди. Ну, съел на F1. Да подожди. Там же само собой все должно выиграться. Не хочу я сам собой выигрывать. Хочу посчитать что-то. Ферзь b2, наверное, надо играть. Почему ферзь B2? Больше фигур под бой. Да там мат бы форсированный был, я Какой мат? уверен. Два. Вот расскажи мне, какой Вот мат? поставишь на движок, там будет мат, я тебе говорю. Еще есть движок. Расскажи мне, какой мат? Ферзь f1, король c2. Ну мы повели бы ладью шахом. Король b3. Ну и что там, хочешь сказать, ничего нет? Я не вижу. Ну, Тут что-нибудь там мат. было. Давай, поставим. Ставь. Ферзь b2, первая линия, минус 1, минус Афе. 2. Ферзь f1, плюс 0,1, минус Вот 0,06. видишь, я же говорил, выиграла. Оценка равенства. Стокфиша. Ну Плюс это минус 2. я всегда за интригу. Давай следующий прям в этом же. Ты записал Да. оценку движка? Отлично. Ты доволен? Самоутвердился? Да. Давай следующий прям в этом же ролике. Нажми на паузу. Так, ребята, мы продолжаем. Опять Миха. 1600. Почему таких соперников Может, ты даю? формулу поставишь уже наконец-то? Наверное, ладно. Хотя ты так ужасно играешь, что... Что Так это тоже ничего. первый раз против меня так играет? В чем смысл за белых этой штуки, я не пойму. Начинаю ходить на белые без двух темпов. Конь c6 ужасно. Нормально. Вообще не чувствуешь гармонию. Как так? Все, мои ходы. Ладно, нормально. Мой последний. Ужасный ход, конь h5 надо играть в той же идее. Ладно, теперь уже не важно. Я тебе отличную позицию дал, что ты ман дал. Ты чувствуешь, нет? Погоди, конь d4, конь бьет d4, ферзь g5, слон f3, конь h3. Там мат будет, Никита, 100 баллов. Не, не будет. Че, слон f1 он сыграет? Да. Я бы пошел ферзь f6, ферзь g6. Ну да, других ходов нет. Да, не выходило, к сожалению, никакой комбинации там. Да побьет он. Даже в мыслях не было бить. Ферзь... А, нет, ферзь 6 нельзя уже. Конечно, 3. Это проходит вообще?
Что именно? Я думал, ты какие-то шахи G6 будешь ставить. Так ты просто съел, это неинтересно. Очень интересно. Ну, держи слон G2. Господи, почему слон G2 не пошел? Ну ладно, взял пока. Ты хотел конь D4 пойти? Да. Тактика. Так, конь E4. Конь E4, ладья E4, DE, слон E4, слон F3, конь F3, конь D2. Ну ладно, он решил фигуру отдать. Все, мои ходы. Нет, у меня еще один. Блин. Так что ферзя заберу именно я в этой партии. Ты своего отдал перед тем, как чужого забрать. Это твои заслуги вообще никак. Я не чужого, своего отдал, а чужого забрал, а поменял ферзей. Ты по-другому называешь. Я тебе не привык. Ладья E1, меняй все. Но он же не будет меняться. А, будет. Ты вообще на C2 заберешь. Ну ладно, не заберешь. Тебя заберешь на D4. В общем, все понятно. И на C2 тоже заберу. Нет. Надо давать шахи. У них 5 глупый ход. Почему? Ты не чувствуешь координацию. Надо же двумя фигурами всегда ставить бортик. Я же тебе показывал, как мотоваться новым конем. В обычных позициях тоже это важно. Куда у меня там ходы закончатся уже? Мне интересно такую позицию играть. Все, закончились. Почти уровень, почти земного коня. Отлично. Ну это никому не интересная реализация. Что, предлагаешь сдаться поэтому? Да. Я вот так сейчас сижу, размышляю над... Смыслом жизни. Нет, над этой позицией. Ну, конь Е2. Подожди. Сейчас как-нибудь бы... Можно, наверное, побыстрее закончить, если он поможет вам. Конь Е2 все заканчивает, побыстрее. Погоди, я хочу мат дать. Сначала отрежем поле. Поля H4, H3. Как ты пуля G3? А, мат грозит один ход, да? Нет, мат не грозит, но... Так стоп, подожди. А, G6, H5 мат. Да, но у него H5 есть. Ну, попробовать стоило все равно. Да, а нет. Ну, сейчас точно мат. А, кстати, этот ход был сразу, но в любом случае мы там ничем не рисковали. Да, всем спасибо за внимание.